подобные рейды одинцовские судебные приставы нередко отправляются совместно с представителями налоговой инспекции и финансово-казначейского управления районной администрации. Когда в офисе компании должника высаживается такой солидный десант, коммерсанты становятся намного сговорчивее. Часто в ходе проверок выясняется, что и средства для погашения налоговых задолженностей имеются. Просто не было времени перевести их в бюджет. Сбор налогов необходим для сохранения стабильности в обществе. Именно от пополнения бюджета зависит своевременность выплаты заработной платы, качество образования, медицинского обслуживания и, в принципе, качество жизни людей. С начала 2018 года одинцовскими судебными приставами-исполнителями проведены десятки рейдов. В бюджеты разных уровней с предприятий должников взыскано около 140 миллионов рублей, примерно четверть от общей суммы налоговой задолженности в районе. Чаще всего коммерсанты не спешат платить НДС, земельный налог и налог на имущество. 13 июня 2018 года сотрудниками Одинцовского районного отдела судебных приставов совместно с Федеральной налоговой службой и администрацией района проведен рейд по злостным неплательщикам налогов. В ходе рейда посещены должники организации, у которых задолженность перед бюджетом составила более 5 миллионов. В ходе проведения рейдовых мероприятий было арестовано имущество данных должников. Арест имущества – не единственная мера воздействия в арсенале сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Не единственная, но очень эффективная. Она часто оказывает на виновных эффект, близкий к потрясению. Почти такой же, как вызов в администрацию на комиссию по работе с должниками. За 5 месяцев года еще 10 миллионов рублей взыскано приставами из должников физических лиц, которые забывают платить налоги. Это направление работы также считается в отделе одним из ключевых. Петр Горохов, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».